кинуться солдатиком и поклянчить сладости. Может, сюда? На, получай конфетку. Постараюсь не привлекать к нам лишнего внимания. Итак, всем привет. И добро пожаловать в новое видео. Так, ну ладно, давай. Давай сюда спрыгнем с тобой. Пойдемте сюда. Такие домики интересные сделали. Что-то подлагивало в последнее время, сейчас вроде нормально. Так, тут рядышком замесик у нас. Еще надо идти. Пусть понюхают дыма. Еще разок. Опа. Куда это мы маленький? Ой. Сейчас отхилимся. Надеюсь, ребята подтянутся. Сейчас добьем его быстро. Так, хорошо. О, какой вкусный. Вижу подопытного. Радостный такой бежал куда-то. Данные скоро поступят. Лечусь. Прикройте. Новый лидер по убийствам. Прикрывай. Хорошо. Группируемся вместе. Ага. Дронер. Вы убили лидера по убийствам, но прекрасно. Секунду, нужно перезарядить щиты. Здесь его щит. Вообще очень хорошая локация, мне нравится сюда прыгать. Здесь всегда очень вкусно все. Но тут очень близко логовые ищеек. Можно нарваться. Они не стесняются, просто бегут втроем. И могут помешать тебе в бою. Мне нужен ранец. Рядом враг. Хорошо, ладно, пошло. Сейчас дронер подронит. Пойдем дальше. Здесь Р-301. Рядом с нами отрядов нет. Отключаюсь от дрона. Готов продолжать. Здесь его щит. Второго уровня. Здесь тяжелые боеприпасы. Мне нужен ранец. О, банки. Хорошо. Моя граната набрал. Ты артиллерию в глаза не видел. Стреляешь безобразно. Ну да, много, как я и говорю, тут много всего интересного есть. Причем не первый раз сюда прыгаю. Идеальное место. Вообще, как тебе сезон? Как тебе карта новая? О, ведомый. Берем. Флеточка. Ой, не знаю даже, брать или не брать. Так, там у нас противник. Хорошо. Пошла ульта у Саши. Надо идти помогать ребятам. Враги с дымком. Дай-ка ультанем, чтобы красиво было, что, блядь. Чтобы все горело, блядь. Ну что там, они справятся, нет? А, это кто еще? Подмога? Всех вроде забрали.
Весь аккумулятор сейчас. Нормально, нормально. Все, нормально. Третьего уровня. Здесь. То, наверное, подмоги бежала. Мои щиты перезаряжаются. Саня. Надо дать батарейки Саше, чтобы он заряжался. Моя ульта не особо такая, она... Ага, еще есть. Значит, еще есть. А вот у Саши ульта хорошая. Так, плохо. Это очень плохо. Надеюсь, ребята затащат. Меня с флетки сняли. Давай-давай, поднимай маленький, поднимай. Хорошо, это было близко. Потом бы бегали по всей карте и воскрешались. Я в порядке. Просто подлечусь. Карта очень большая. Очень многие перешли на снайперские винтовки, кстати. Да что ж такое, еще отряд. Слушай, ну такие вот банки, блин, я вот... Рюкзак не помещаются. Ага, хорошо. Поддымим чуть-чуть. Куда это мы собрались? Здравствуйте. Ну, команда вроде хорошая попалась. Надо добить его. Ульта пошла. Так. Не знаю, вот я вот никогда не добивал, меня учили не добивать противников, блин. Ну ты знаешь, дай-ка утолим сейчас. Сейчас я расскажу. Ой, как хорошо. А как он меня заметил с такой дистанции? Но потом ты понимаешь, как лайфа всех поднимает, да? И ты приходишь себе опять с противником бороться. Потому что я начал всех добивать, блин. Ну, а меня всегда учили. Не добивай. Потому что потеряешь время. Потеряешь доли секунды на добивание противника. И тебя снимут просто. Придет маленький подсос. Вот смотри, как шмаляет. Лишняя пара глаз не помешает. Вижу одного вдалеке. Прицел. Прицел. Ну, давай. Готов продолжать. Прицел. Эй, блин, для такой карты, конечно, лучше вот этот прицел. Врага. Боец вот этот вот. Ладно, оставим пока точку. С точкой поприятнее. Вообще без точки бегаю. Не поверишь, играю без прицела. Все время играю без прицела. Ну, как-то привык, знаешь, по наитию. Вот как-то вот... Размещаю ловушку с газом. Как вот стреляешь, вот попаду, не попаду, там вот, ну, стараешься стоять без прицела. А когда ближний бой идет, прицел очень сильно мешает. Он увеличивает, и ты не можешь по противнику попасть. Поэтому я стреляю без прицела. Мне так проще. Если пойдет ближний замес, то я вижу противника. А прицел возможности сбросить на ходу, ну, не всегда получается. Да и вообще не сбрасывается никогда. Кто сбрасывает прицел в замесах, блин? Ну, бывают там ситуации, да, надо срочно перейти. Но это очень редко бывает. Осторожно, я добавил переменную. Ну, со снапы можно быстро сбросить. И то это такое... Изначально в файте, если ты пошел, там взял прицел и пошел раш какой-то. Быстро можно снять прицел.
слушай, ну катка вроде неплохая получается. Замесы, замесы поблизости идут. Бываешь, бегаешь по 20 минут. На 5 минут увеличились катки. Раньше хотя бы 15 минут бегали, сейчас бегаем 20 минут. Ну что это такое? Это хорошо, что там дерутся. Здравствуйте. А вот и гости. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как хорошо! Какие вкусные все! Здравствуйте! Ой, а банок-то набрал, Это подарок судьбы, два фрага лишних. Лишняя пара глаз не помешает. Ну давай, подронь, дронер. Опять замес. Они от кого-то убегали по ходу дела. Нам бы туда. Сейчас, к ним. Опасно? Один. Хорошо. Дронер отчаянно побежал. Саня, подтягивайся. Сейчас ультанем еще. Они, смотри, никого нету. Как быстро уходят они. Рейв, наверное, была. Ловушка с газом установлена. Смотри, красные все. Вроде чисто. О, крабер. Блин. Блин. Я когда краб беру, я... Ладно, давай возьмем. Я когда краб беру, постоянно откисаю. Процент попадания у меня, наверное, 50 на 50, если не меньше. Но если попал, то попал, хорошо. Ну давай рискнем, вроде команда ничего у нас, может прикроют. Надеюсь, меня не засекли. Отзываю свой дрон. Отключаюсь от дрона. Готов продолжать. Плохо. Хорошо. Так, быстро размещаем маяк на всякий случай. Мало ли, ситуация нестандартная пойдет. Там не замес идет. Странно, 5 отрядов. Ага. Близко было. Пошла зона. Надо ультануть. Может, зацепим кого-нибудь. Что? Шаги. Отряд сзади. На нахуй. Лежать. Одиночка был, что ли? Два отряда осталось. Перезаряжаю. Вот это выстрел. Какой вкусный тоже. Смотри, весь. Залутанные все. Куда мне столько банок? Я в порядке. Просто надо, ребят, подождать. У нас хорошая позиция, кстати, мы наверху. Остался еще один отряд. Погоди. Сейчас отхилимся. А вот они. Да, это топ! Спасибо за просмотр. Вы чемпион. Это было круто. Каустик и дронер. Всю катку вытянули.